Ну, зараз на даному етапі політична ситуація складається таким чином, що в країні існує такий термін як перемир'я, і от якраз з приводу політичної ситуації, яка склалася, нам вдалося поспілкуватися з генеральним директором Шахтаря Сергієм Палкіним. Давайте послухаємо, що він сказав. Я не знаю, хто сьогодні взагалі може відповісти на допрос, є ли шанс сьогодні повернутися в Донецьк. Поэтому мне некоторые журналисты задают вопрос по поводу, ну как вот там, перемирие уже, скажем так, оголошено. Но вопрос в том, что перемирие – это не мир. Вот когда будет мир, тогда можно будет садиться и принимать соответствующие решения. Естественно, мы все стремимся к тому, чтобы как можно быстрее вернуться домой. Но это не от нас зависит, понимаете. Мы, к сожалению, мы завтра полетели. Но жизнь, к сожалению, расставляет точки не в том порядке, в котором нам хотелось бы. Наша задача, чтобы, знаете, вот каждый сегодня своей работой сделал все, чтобы объединить страну, а вот нам лично, да, вот и Донбассу, чтобы там был мир, и мы вернулись домой. Вот каждый своей работы должен это показывать. В тех, естественно, объемах возможностей, которые мы можем это сделать. Вот это вот главный вопрос. А играть сегодня на вот этих моментах, то есть там закон приняли, не приняли, то есть, ну, я вас уверяю, это все политические игры, и как бы к нашей работе они не имеют никакого отношения.